В Мурманске определили лучших педагогов, победителей конкурсов профессионального мастерства. Учителя боролись за звание лучших в 5 номинациях. В столице Заполярья чествовали педагогов, которые стали победителями в конкурсах профессионального мастерства. Воспитать человека, сердце отдаю детям, ступеньки мастерства и фестивалю молодых учителей «Педагогические надежды». Участие в конкурсе профессионального мастерства – это всегда очень большое испытание для конкурсанта, потому что нужно показать нечто особенное. Не то, что каждодневно в работе выверено и является фундаментом твоих знаний, умений и твоего мастерства, а что-то такое, что тебя существенно отличит от твоих товарищей, от твоих членов коллектива. Надо удивить. Опытные жюри смогли впечатлить 12 педагогов. Так, одной из лучших на фестивале учителей молодых специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска «Педагогические надежды 2024» стала Софья Георгиева. Девушка – учитель русского языка и литературы Мурманского академического лицея, который и представляла на конкурсе. В этом конкурсе я почерпнула много для себя. В частности, это познакомилась с другими моими молодыми коллегами, провела урок на незнакомом классе, побывала в такой стрессовой обстановке, что закаляет характер. В конкурсах «Воспитать человека» первое место заняла учитель математики гимназии номер 7 Юлия Пономаренко. В педагогическом дебюте Алина Костюкович из детского сада номер 32. На «Воспитатели года 2024» чествовали Анастасию Малайкину. А «Сердце отдаю детям» завоевала педагог дополнительного образования Дома детского творчества имени Александра Торцева Ольга Задиракина.